Приветствую, друзья! В этом видео расскажу, как сделать квадратный подарочный конверт. Для этого оригами нам понадобится квадратный лист бумаги и линейка. Вначале необходимо сложить листок втрое. Получится ровнее, если сделать разметку при помощи линейки, а затем сложить все части. Теперь разворачиваем и складываем втрое по другой стороне, также используя линейку для разметки. Разворачиваем. Складываем по диагонали в одну сторону, затем в другую. Теперь подгибаем угол до указанной точки пересечения сгибов. Поворачиваем лист и повторяем процедуру для всех остальных углов. Затем, используя сделанные ранее сгибы, сворачиваем конверт в подобие звездочки. Для того, чтобы было удобно складывать третий и четвертый угол, нужно развернуть первые два. Сгибаем и заворачиваем части листа друг за другом. Теперь загибаем к центру треугольной части, переплетая их. Четвертый заправляем под первый. Конвертик готов! Он легко открывается и закрывается. Его можно использовать для небольших записок или подарков. Например, положить внутрь оригами сердечко. Ссылка на видео о том, как сделать такое, будет в описании. Как вам такой конвертик? Пишите в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал Artvium, у нас есть еще много интересного.